Всем привет, с вами Демон Сталкер и добро пожаловать на прохождение Ведьмака. Я решил проходить с первой части, потом будет вторая, потом будет третья, и показывать прохождение на своем канале. Вот такие. Я помню, маленько играл первого Ведьмака, второй я вообще не знаю Ведьмак, третий видел прохождение у моего товарища на канале, сделаю, кстати, ссылочку на своего товарища, зовут его Дмитрий Рион, можете посмотреть, там он проходил третьего Ведьмака, кому будет интересно, и у него много чего интересного есть, включая там Арк и GTA онлайн и многое другое. Ну, приступим. Да, решил все-таки с вебочкой сделать, хоть и плохо себя чувствую, ну как, неважно просто. Да, я, кстати, как вы могли заметить, я ее все-таки закрепил на телевизор. Все-таки держится. Ну, сложность. Выберем среднюю. Все в порядке. Не знаю, где ты был, но главное, что ты жив и среди друзей. Хотя выглядишь ты как покойник. Я ничего не помню. Скоро поговорим. Мы уже почти в Каэр-Мархене.
Да, игра 2007-2008 год. Графика. Профессор обещал 50 аренов за каждого выродка. Веселее, у нас гости. Да, можно на паузу поставить. Я что-то не заметил вступительного ролика, который у многих был. Может быть, на этой пиратской версии он отключен. Да, управление тех годов. Это мы и так знаем, Мерибель. Могла бы использовать свою расчудесную магию. Всему свое время, Ламберт. Хватит. Нужно проверить все проходы. Идем в верхний двор. Что происходит? Пробуют пробить ворота. Из тарана они могут. Черт. А это что? Химера. Трудная тварь. С
я бы сказал, уродлив. Слушаюсь, босс. Понятно. Так, обыскать его можно? Вот это да, вот этот приемчик. А ты что сделаешь? Как он его смачно. Так, ага. Используйте быстрый стиль во время сражений с ловкими противниками. Приключиться на него можно, щелкнув по значку с изображением головы кошки или нажать клавишу X.
Отлично. Убить крепких противников, на него можно на Z. Пауза. Да, а спросить нельзя. Ну, касцены, да, здесь интересно. Так. Это про себя? Так, беги. Ну да, не всегда получается.
здесь нет ничего ценного. Только сталь и шкуры снежных лис. Я про лабораторию. Вы сами это знаете. Кому-то понадобились ваши мутагены. Не делай поспешных выводов. Не все сразу. Нельзя поворачиваться спиной к сильному магу с химерой на поводке. Нельзя пускать их в лабораторию. Ты права, как всегда, мамочка. Геральт, ты уже имел Лео с нами. Выясни, что ему нужно. Лео тебя ждет. Просто разведка. Никто особо не будет жалеть, если слетит пара голов. Ты справишься, Волк. Только помни, что с тобой Лео. Я справлюсь. Мы знаем, что происходит внутри, и тут же вернемся. Не волнуйтесь. Возьми эти зелья. Гром выйди сейчас. Ласточку прибереги. На случай, если понадобится вылечиться. Могу рассказать, как они работают. Надо убедиться, что больше никто не проник внутрь. Трис, малышка, останься с нами. Вдруг с собой что-нибудь еще взбредет в голову. Слышал все баллады Лютика о тебе. Ламберт всегда говорит, что я никогда не буду таким же быстрым, как настоящий ведьмак. Но сегодня, когда мы тренировались, у меня получилось его ударить. Ты ударил Ламберта? Мы фехтовали, когда началась эта страшная буря. Ламберт отвлекся. Я сделал пируэт и ударил его в живот. Конечно же, он не упал и потом побил меня. Тогда и не станешь хорошим фехтовальщиком. Я знаю. Каждый раз, когда Ламберт наносит мне удар, он говорит, что у меня есть потенциал, а потом смеется. Прикольно.
Эти ступеньки ведут в лабораторию. Поехали. Магической энергии хватит, чтобы остановить ведьмаков. Еще недавно ты жаловался, что Савола их всех убьет. Неужели вид одного ведьмака, белого волка, испугал тебя? Подозреваемая личность, но тогда они его считали покойником. Известный убийца. Лео, назад. Давай же, профессор Рок. Время на вес золота. Сейчас, когда я владею силой круга стихий, они нам не угрожают. Сработал. Я хочу, чтобы мутагены были готовы к телепортации через потенциал. Они нас не были спасены. Мы отрезаны. Надо что-то сделать. Магический барьер выглядит прочно. Нам нужна крыс. Они нас грабят прямо на глазах. Мы должны что-то сделать. Геральт, ты же можешь освободить проход знаком. Знаком Аарт! Я сам не могу, поломал пальцы на мучении, не сгибаются! Сделай знак Аарт на эту кучу обломков! Я не помню знаков. Идем к кругу стихий, огромному источнику силы. В этом месте ведьмаки изучают знаки. Надо попробовать! Круто, круто. О чем вы узнали? Когда мы зашли в лабораторию, там уже были бандиты. Они что-то искали. Маг использовал силу круга стихий для создания магического барьера. Чума, сифилис и проказы. Вы просто как дети. Почему вы не сказали мне о круге? Трикс, дитя мое, мы ведь думали, что это не так уж важно. Если этот маг настроился на круг, он сможет, например, создать устойчивый портал и перенестись со всем вашим оборудованием в любую точку континента. Да, мы ошиблись, извини. Но ты же сама говорила, что это не опасный маг. Я же сказала, что не знаю его. Первым делом надо защитить лабораторию. Не паникуй, Мерига. Мы знаем, ты бы хотела увидеть наши ведьмачьи тайны. Весемир, если этот идиот не заткнется, я за себя не ручаюсь. Хватит! Ламберт, перестань обращаться к Трис по фамилии. Относись к ней с уважением. Трикс, не сердись. Но если мы пойдем в лабораторию, то окажемся у нее в двух окну. Нам разделиться? Сейчас прорвутся.
защитим лабораторию. Нас ждет тяжелая битва. Возьми этот эликсир. Ведьмаки называют его хилер. Он ускоряет восстановление энергии. Это полезно, когда дерешься с магами. Так, филин, говоришь? И пора, похоже, ласточку принимать. Быстрый стиль. Да, силовой.
Так. А остальных-то где? А остальных трупов нет, ну ладно. Лаборатория там у нас. Теперь у нас есть все. Профессор, займись ведьмаками. Глупый малой. Так.
Ну, так, пока. Да скаки надо. Немало побегать, чтобы найти компоненты. Тут ничего подходящего не осталось. Я этим займусь. Как мне сделать это, Феликса? Ламберт даст тебе формулу и скажет, где искать компоненты. Он около камина с нашей храброй чародейкой. Ламберт? Найти его не увидит. Думаю, он чувствует себя виноватым. Первое, что услышит Трис, когда придет в себя: наконец-то ты проснулась, Меригольд. Это ведь Ламберт. За работу. Позже я научу тебя добывать ингредиенты из монстров. Я буду в главном зале. Хорошо. Задание. Что, можно все сохраниться, да. А на этом, ребята, я хочу закончить эту серию. И мы продолжим в следующий раз. Всем спасибо, не забывайте поставить пальцем вверх. Всем скажете мне спасибо. Всем удачи и пока.